И еще раз всем привет, с вами YouTube, с вами Texas. Продолжаю я сегодня выпускать видосы, уже третий. Кстати, вы заценили обзор на мышку Red Square? Чекните, напишите комментарий, это был мой первый опыт. Ссылка в описании. Ну или в целом появится сейчас плашка такая. Ладно, у нас сейчас обзор, у нас прогноз на завтра, ставки. Вот точно, о чем я позабыл. Точнее, не позабыл сегодня, потому что я выпускаю обзор на завтра сегодня. Ну что, завтра матч в 5 утра между Liquid и Secret, и черт побери, почему самые сочные матчи, ладно, одни из самых сочных матчей играются так рано, в 5 утра. Мой прогноз, что все-таки команда Liquid будет посильнее, но здесь битва прямо так на раунд должна быть, счет должен быть 2-1, и вот с минимальным перевесом я поставлю на команду Liquid, хотя по факту, что Liquid, что Secret... не мотивированы, скажем так, в получении поинтов и в целом... Хотя вот у них есть прямой вайт на инт, но им ведь не нужно играть квалификацией. И то есть по факту у них до инта еще очень много времени будет, месяц с копейками. И максимум, где мы команду видим, это чисто так вот на рофлатурике под названием Summit в июле. Так что я, пожалуй, поставлю на команду Liquid ставку, но, говорю еще раз, с минимальным преимуществом вы уже решайте сами. Virtus.pro и PSG LGD. Вот... муа, просто муа, я бы такой матч хотел бы увидеть в финале, если честно. Это топ-1 и топ-2 команда мира по количеству поинтов. ВП неоспоримые лидеры, у них уже за 10 тысяч, а у команды PSG LGD 6300. Ну и в целом вплотную команду PSG LGD поджимает Liquid, у которых 684 поинтов. Ну, моя ставка на команду Virtus.pro. Думаю, медведи покажут жару. Хотя медведи уставшие, ведь медведи после ESL, а команда PSG LGD не была на турнире от ESL в Англии. Зато она вот до финала ESL за неделю играла турнир в городе Чанжа в Китае. И в целом у них, ну как бы, домашний турнир, нет джетлага и так далее. Но в целом мы видели матчи ВП, и они вроде бы как, ну, уже себя хорошо чувствуют. Я сегодня видел историю в инстаграме Virtus.pro, что они ходили в океанариум, где-то труба большая и рыбы сверху плавают. Так что, думаю, ВП отдохнувши нормально, покатит. И очень важный матч для команды и Opti Gaming, и TNT Pro Team. На текущий момент команда TNT Pro Team на 17 месте, и для прямого инвайта на TI нужно потеть, нужно войти в топ-4, а лучше даже в топ-3 турнира. А вот команде Opti Gaming вот прям... я не знаю, насколько жестко они должны быть мотивированы, потому что они сейчас на 9 месте. Команда Opti Gaming не должна была играть этот турнир, но благодаря тому, что команда Evil Geniuses, ну, отобрала двух игроков с команды OG, и по итогу OG не поехали, их заменили Opti Gaming, у Opti Gaming появился как бы, ну, вот, второй шанс с прямым инвайтом на TI8. И, соответственно, для прямого инвайта команде Opti Gaming нужно обыграть здесь. Но самое сложное будет уже послезавтра для них, потому что при победе над TNT им нужно будет одолеть команду либо Virtus.pro, либо PSG LGD для того, чтобы войти в топ-4. В общем, план очень сложный, но я верю в Opti Gaming компанию. Давай, гений драфта PPD, я верю в твои силы. Ну и также завтра будет еще один матч, если я не ошибаюсь, это будет... сражение, получается, между победителями пары Ньюби Vici Gaming Jet Thunder против команды Vici Gaming. Первая карта уже за командой Ньюби. Я думаю, что вторая карта тоже будет за Ньюби. Но в целом я ставил ставку на Ньюби, как вы видите. Так что вот еще один прогноз, который я сейчас не ставлю, но поставлю вот уже позже. Решил записать видео пораньше, и чтобы все-таки вы все смогли посмотреть. В общем, в том матче моя ставка будет на команду... вот Vici Gaming или Ньюби. И одни вторые на турнире. Китайское дерби, еще одно на турнире. И по факту у нас осталось лишь три команды из Китая. Ну, пожалуй, моя ставка будет на коллектив Ньюби. Я, если честно, вот в Ньюби не особо-то и верил. Вот даже вот в этом матче с Тандерами. О, точнее, не в Ньюби, а в Vici Gaming. Я не верил особо в матч с командой Минески. Да, да, именно с Минески. Потому что Ньюби вот прям с трудом, вот на тоникова смогли обыграть команду Нави. И по факту ведь Нави в трех матчах доминировали в начале, но не смогли довести матч до конца. И при этом вот Манки Кинга. Главное, Манки Кинга отправить отдыхать, потому что Манки Кинг у них весьма-весьма жесткий. И против МК зайти нахер играл сложно. В общем, моя ставка в том матче на коллектив Ньюби. Вот такие прогнозы.
Liquid, Virtus.pro, Optic Gaming и Ньюби в серии против VG Gaming было бы весьма забавно, если бы я сейчас ошибся, и команда Thunder дала бы камбэк в две карты, и по итогу была бы она против Вичи, но я думаю, что все-таки будет Ньюби. Вот так вот, с вами был Texas, спасибо за внимание, пока! У тебя есть возможность получить бесплатные вещи. За каждую 1000 подписчиков 3 Immortal вещи. За 10к любая аркана на твой выбор. Канал From Geekaz. Подпишись уже сейчас. Ссылка в описании. Хайлайты, смешные моменты и нарезки со стримов. Определение победителей через репост ВКонтакте. Также пиши комментарий для того, чтобы получить сундук каждый понедельник.